«Страна нартов. Настольная интеллектуальная игра для детей и их родителей». Настольная игра сегодня у многих ассоциируется с интересным времяпрепровождением в кругу семьи или друзей. Это особые эмоции, впечатления и масса позитива. Кто-то может сказать, что в принципе настольные игры как таковой пользы или смысловой нагрузки не несут совершенно. Но на самом деле это не так. Играть в настольные игры полезно как для взрослых, так и для детей. Настольные игры также направлены на то, чтобы развивать такие необходимые в нашей жизни качества. Логическое мышление, умение предвидеть ситуацию, находить выход из сложного положения. Для детей значение настольных игр и того больше. Они развивают у них память, внимательность, учат делиться, находить взаимопонимание с другими игроками, решать возникающие конфликты и не уходить от проблем. В дальнейшей жизни такое социальное воспитание возымеет свое действие, ведь дети будут обладать необходимыми навыками. Кроме того, именно настольные игры научат как детей, так и взрослых проигрывать, а также достойно принимать поражения. В жизни бывают различные ситуации, и не всегда победа оказывается на нашей стороне. Но важно научиться относиться к этому моменту правильно. И тогда можно будет двигаться дальше, усвоив полученные уроки. Игра «Страна нартов» — это настольная интеллектуальная игра для всей семьи. Игра рассчитана на 3-6 человек, играть можно как отдельно детям, так и с родителями. Игра состоит из игрового поля с картой «Страны нартов». Игрок кидает кубики и ходит на выпавшее число. После попадания на определенный цвет на поле он вытягивает карточку с аналогичным цветом и отвечает на вопрос. Карточки с вопросами состоят из вопросов и вариантов ответа, в которых есть один правильный. Если игрок отвечает правильно, он продолжает ход. Если не отвечает, то ход переходит следующему игроку. Побеждает игрок, который дойдет первым до круга с надписью «Финиш». Карточки с вопросами состоят из таких тем, как история, культура, традиции, родной язык и география. Если вы избрали настольные игры семейным развлечением, то это непременно сплотит ваши отношения. Во время игры вы можете общаться на различные темы и даже решать взаимные проблемы. Этот процесс сплачивает детей и родителей, дает им шанс лучше понять друг друга. Для детей такой контакт очень важен. Они понимают, что родители – это их друзья, которым можно доверять, ведь у них есть общие интересы и увлечения. Даже если вы считаете, что настольная игра – это детская забава, то в процессе вы непременно увлечетесь и поймете, что это прекрасная возможность отлично провести время с родными и любимыми людьми. Настольную интеллектуальную игру «Страна нартов», а также другие настольные развивающие игры вы можете заказать в интернет-магазине «Миарис» или по телефону 8 928 474 9993. Подарите будущее своим детям. Адрес сайта www.miaris.ru.